Анонс и точно дата выхода пятой серии турецкого сериала «Балканская колыбельная». Пятая серия сериала выйдет в эфир 26 июля. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как, выйдя в эфир на радио, Эртан решил поделиться со слушателями своими семейными проблемами. Он сказал, что с тех пор, как их зять Ариф продал документы, то в их семье стали появляться проблемы одна за другой. Затем Эртан обратился к своей маме и сказал, что он ни в чем не виновен. Он обещает, что будет держаться подальше, если она его об этом попросит. Если его мама захочет, то он даже готов будет жениться. Нериман очень удивилась тому, что сын попросил женить его. Эртан также сказал своей маме, что сделает все, но прогонит незваных гостей. Сулейман присоединился к словам Эртана и просит Нериман вернуться домой, так как они без нее уже очень устали. Эртан вместе с Джованкой собираются найти актера, который сможет заменить его. Как только Джованка получит свои деньги, то уйдет из особняка вместе со своей семьей. Они сразу же приступили к пробам и стали искать подходящего для них человека. Эртан, оставшись наедине с Джованкой, сказал, что будет играть с ней. Джованка ответила, что с ней будет играть Павел. Вскоре появился Павел и забрал Джованку. Поэтому им пришлось прерывать свой разговор с Эртаном. Напомним, пятая серия сериала выйдет в эфир 26 июля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.